Чуть больше суток назад на этом перекрестке возвышался столб пламени. Пожарные спешно тушили автобус. Эти кадры разлетелись по всей стране. Автобус с пассажирами загорелся средь бела дня. 75-й ехал к 4-й поликлинике, но до конечной не хватило 1,5 километра. Транспорт вспыхнул на перекрестке улиц Орловского и Бахарова. Люди из салона чудом спаслись. Ко мне постучала кондуктор. Пошел дым в салон. При остановке вспыхнул моторный отсек, в моторном отсеке. Выскочили, начали тушить огнетушителями. Ничего не помогло, пока не приехали пожарные. Столб черного дыма виднелся за несколько километров. Милиция и бойцы МЧС прибыли на место ЧП через пару минут. По прибытии спасателей наблюдалось открытое горение данного автобуса. Работники МЧС ликвидировали возгорание с помощью воздушно-пенной массы. Огонь не оставил на транспорте живого места. Окна лопнули, кабина водителя расплавилась, а салон скорее напоминает кадры фильма ужасов. В результате случившегося причинен материальный ущерб, люди не пострадали. По факту происшествия проводится проверка. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.